год назад произошла страшная трагедия. И я помню хорошо эти дни, эти ночи, когда мы искали, мы надеялись все. Родственники, родители, близкие, друзья дежурили здесь. Волонтеры надеялись, что найдем живыми и здоровыми. К сожалению, этого не произошло. Это страшная трагедия, которая останется, я уверен, навсегда останется вот в сердце одесситов. Мы должны делать все возможное и невозможное, чтобы такие трагедии в городе не повторялись. Прошел год. Год, как это здание, этим зданием никто не занимается. Мы обращались во все структуры государственной власти, представителям государственной администрации, с тем, чтобы провести обследование здания, принять меры и провести аварийную консервацию здания, чтобы открыть улицу Троицкую для проезда троллейбуса. Транспортная магистраль, она должна быть рабочей. Сегодня мы говорили, вчера говорили Сергей Федорович, чтобы он взял под контроль проверку всех учебных учреждений государственного подчинения. Что касается строительных работ, у нас есть план действий, который мы буквально на следующей неделе я представлю Сергею Рафаиловичу, и я уверен, что приступим к реализации. Самые образованные люди в нашей стране, они могут договориться. Министерство образования, Национальная академия наук. Специалисты говорят, что здание находится в техногенно опасной ситуации. И помимо того, что перекрыто движение, это создает неудобства. Но самое страшное – это риски для жителей нашего города. Поэтому мы с Геннадием Леонидовичем Трухановым обсуждали вчера этот вопрос. Он тоже дал поручение своим службам для того, чтобы действительно комплексно подойти к изучению этого вопроса и найти оптимальную форму. Предложить формулу решения задачи академика.